А если натуралка, как кормить с рук? Как? Нарезаем кусочки мяса, обдаем кипятком или варим, отжимаем влажной сухой салфеткой и берем с собой. Если вы про каши, то каши собакам не нужны, они в них не нуждаются. Если про овощи, то это перемолотые, ну, ложечку из дома-то можно уж дать, там, кефирчик, творожочек. Ну, я не про всю еду говорю, но какую-то основную там, и самую важную, это мясо.